Руководители городских служб обсудили благоустройство Ореховой рощи и парка в поселке Виноградный. Ход реконструкции сегодня обсудили на утреннем штабе РСО под председательством вице-мэра Артема Моисеева. В совещании также принял участие председатель Совета депутатов курорта Леонид Краснорудский. Напомним, сейчас в Виноградном сельском округе продолжается обустройство парка виноделия по проекту «Жилье и городская среда». Рабочие укладывают тротуарную плитку и монтируют освещение. Что касается реконструкции Ореховой рощи, здесь расширены центральные аллеи, началась высадка кустарников и деревьев, ведется обустройство фонтана. Этот вопрос сейчас и объект становится на особый контроль. Мы будем заниматься контролем всех мероприятий, связанных с ним, и по ширине дорожек, и по установке малых архитектурных форм и освещению туда, и вообще ходу производства работ на ежедневной основе. Поэтому прошу вас организовать онлайн-чат для того, чтобы каждое утро фотографии о проделанной работе были туда выложены, для того, чтобы мы могли для себя мониторить те темпы, которые есть. Здесь мы точно не должны кого-то подвести, но не в ущерб качеству. То есть мы это тоже должны понимать. Леонид Павлович об этом говорил, значит, о том, что ущерба качеству не должно быть.